Ух ты, бля! Беги за ней! Аккуратно! Ёп! Всем привет, дорогие друзья! Сколько времени прошло с той поры, когда последний раз я выкладывал видео какое-нибудь про рыбалку. Вот. Но сегодня настал именно тот день, когда мы отправляемся на знаменитое место 42-й. Это легенда злординской рыбалки. Посмотрим, проверим старые места, есть ли там вообще рыба и что ловится. А то место, куда мы едем, обычно там должен быть змеебаш. Вот. Погода как бы да вроде бы позволяет, жара, тот самый момент, когда то есть, змеебаш клюет. Вот. Так что все, будем смотреть, рыбачить. Всем приятного просмотра, ставьте лайки, пишите комментарии. Вообще, соскучились ли вы по видео на этом канале? Погнали! Вот это вот так вот выглядит сырдарья сейчас. Кукурузу взяли? Пизду, кетк бернтаста. Кукурузы не буду нахуй бачить. А как по-другому? Горе рыбаки, блядь. Ну что, приехали мы, значит, на место, а место уже занято. Вот. Но мужики сказали, можете рыбачить здесь рядом. Удочки чуть подвинут место. У нас всего 4 спиннинга. Много ничего не брали. Так налегке. Неожиданно решили поехать на рыбалку. Вот. Ну, сейчас подготовим машину, значит. В машине будем спать. Место все освободим. Нарезку попробуем поймать и будем рыбачить. Let's go. На капусту. Есть. Да? Есть. Подсак нужен? Сам так вот. Его. Дитё, сынок. Понятно, отпускаем, заебаш. Детёныш. Смотри, как он дрожит. Конечно, он боится. Как мой кот, когда на улицу выходит, с 5-го этажа спускается. Отпускай, Андрюха его. Каждый день, как первый раз. Сколько раз сюда приезжаю, не перестаю удивляться. Какая красота, а? Значит, короче, вот. Мужики говорят, что сегодня новолуние, новая луна как бы родилась. И есть такая примета, вот как бы я всегда знал, что в новолуние нужно денежку показывать, чтобы была прибыль. А они говорят, что нужно еще рыбу показывать. Рыбу покажешь тоже на новолуние, и, соответственно, тоже рыбалка будет хорошая. Так что, ну, сам еще я не поймал, но рыбку взял у них и покажу. Показывай. Вот, на новолуние рыбочку покажем. Но и еще... У меня в кармане где-то денежка была. Денежку тоже надо обязательно показать. Потом напишу я вам, была прибыль или не была. Подожди, здесь у него. О, денежку пошуршать надо. Вот так вот. Это где? Нет, нет, нет. Это не до Лагаша переезжаешь, нет, нет, нет. Прямо едешь. Усани. Блин, ну что? Все, 3 удочки, да? Поставили. Посмотрим, ночью будет что-нибудь, нет. Мужики говорят, по дню надо. Змеебашка по дню идет. Ну, завтра утром посмотрим уже. Сейчас пока так разложили все, чтобы с утра уже нормально. Не прям так рано в 3-4 вставать и ехать на рыбалку. Ночная поклевочка. Опять. Ну, уже чуть больше змеебаш. Но очень мелкий. Сейчас, наверное, пойдет. Ну что, значит, мы на том месте ничего, значит, не поймали. Таха с утра карасика поймал там на удочку в канальчике. Вот. Мы решили, что
там ловить нечего, надо переехать на другое время, место, потому что время уже 8:11, по идее, змеебашка уже должна вовсю клевать, солнце пригрело, уже жарко, вот, но нифига нету, как всегда, то есть рыбалка вот такая вот. Потом еще спрашивают, а почему рыбалку не снимаешь, туда-сюда, ну вот так вот приедешь, ни хрена нету ничего, потом что выкладывать. Но в этот раз, даже если мы ничего не поймаем, я один хрен выложу, чтобы вы посмотрели, как это происходит, когда нету рыбы. Дорога. Он сидит. А, вижу, вижу, да. Воду, 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 воду. Успел? Да. Где, где, где? А, вижу, вижу. Короче, вот приехали мы на ямку. Рыбка плескается полным ходом. Вот, нарезочка вот есть, так, вон, вон прямо она прыгает. Сейчас на поплывочек еще попробуем. И нарезку тоже закинем. Да, блин, надо нарезку не в глубину, а этот под берег туда. Короче, разбили вот такой небольшой лагерь. Все удочки закинули. Таха уже поймал. Вот такого карася. Вот. Короче, на спиннинги нарезку накидали. Вот это вот спиннинг закидывал он туда вот нарезку к берегу. И он с той стороны как здоровый змей баш плесканется. Прямо у берега сидел. Но пока тишина что-то. Мелочь гоняет. На поплывок он рыбачит. Таха настоящий рыбак. На безрыбье и рак рыба. Смотрите, какой. Красавчик. Это надо раков ловить на. Все. На хлеб? Офигеть. Ничего себе, рачище какой. А я думаю, что водит, не клюет. Водит, водит. Так, в общем, клев что-то совсем никудышный. И решили. Вот такой вот садок есть, большой, сетчатый, он длинный как бы вот идет. И решили сейчас мы туда хлеб с чесноком сделаем, на веревку привяжем, закинем его либо ближе к берегу, либо чуть дальше. И пока сидим, может быть, раков еще поймаем, хотя бы. В общем, посмотрим. Что ли? Дергает, блин. Опа, аж катушка ломается. Это куча, жесть вообще. Че нет? Кажется, я чисто тину тащу. Рано. Закинь. Охренеть, блин, сколько я. Ничем не приезжает. Опа. Вот куда сейчас ездить, а, ребят, чтобы половить рыбу? Ё-моё. Вот два места вот проехали. Голяк. Просто кошмар. Ребята! Мы тут сидим, не на то ловим, блин. Я же тебе говорил, Герман. Прямо у берега, короче, вот она схватила. Вот такая щучка. Вот такой воблер. Вот такая рыбалка. С почином. Давай. Вот трофей. Колодку нашу, туда рыбу будем тебе искать. Ох ты, бля. Беги за ней. Аккуратно. Ёпта. Тварина, бля. Видал? Блин, успел заснять, нет. Не успел? Не знаю, посмотрим. Ёпта, удочку унесло аж.
Ну что, вот такая вот получилась рыбалка. Конечно, рыбы много не поймали. Там так это сколько штук? 6-7, наверное, да, в облёшке? Там сазанчика, карасика вытащил. Вот, и одна щучка. И вот это одна последняя змеебашка, которая, блин, всю одежду перепачкала, я все постирал, высохло. Вот. Ну, короче, вот так вот едем домой теперь. Если вам понравилось это видео, обязательно пишите в комментариях, поставьте лайк, поделитесь с этим другом. Все, до новых встреч. Надеюсь, если кто знает, хотя кто знает, все равно не скажет, где рыба есть. Вот, ну, в общем, до новых встреч, будем искать, смотреть, проверять новые места, где-нибудь, куда-нибудь поехать, смотреть. Вот, вот так вот. В общем, 42-й пустой, рыбы нету. Все. Короче, ребята, видео еще, оказывается, не закончилось на этом. И теперь выезжаем с этого места, какой-то поворот проехали, что-то такое разногласие пошло. Блин, вроде отсюда, вроде оттуда. Короче, я говорю, блин, да отсюда мы приехали. Поехали, выехали вообще на фазенду какую-то. Теперь дорогу не можем найти, короче. К дому. Ну, вон вроде бы деревья, вон они. Это... Нет? Нет, нет. По степи едем. Вроде бы все деревья нету. О, козы. О, козы. Герман говорит, нашел короткий путь. Сейчас посмотрим, короткий он или нет. Вон, вон он, все, вон он. Стрела. Ура, Гера нашел дорогу. Короткий путь. Вот он, короткий путь. Выезжаем на трассу и попали под караван. Короче, машин 12, наверное, едет. Охренеть. Короче, нам безуха сегодня полным ходом.